Привет, дорогие друзья и подписчики! Наконец-то у нас нашлось время снять обзор номера. Сегодня погода не очень, смотрите, идет дождь, все в лужах. Ну, люди вот ходят, море вообще бушует. Мы потом до моря дойдем и покажем, все-таки волны тут пестрые. Вот вход, как бы, столовая кафе «Парус» и вход в наш гостевой дом. Это гостиная. Тут вот такая красивая инсталляция, что какие-то камушки детки, видать, украшали. Архангельск 2019-2018. Три года подряд люди, да, приезжали. И вот здесь вот нужен, это один корпус, он такой, я думала, он начинал вот с этого корпуса, мужчина, хозяин, он пограничник. Он работает сейчас пару часов в день. Вот, он, вот этот корпус и там пристроен, но мы его показывали. В общем, так вот выглядит. Тут два номера. Слышите, короче? Два номера. Этот номер пока не заселен, нам повезло, мы одни пока. Вот это наш номер. Что единственное, мне не нравится, это крутая лестница. Угол, да, очень. Да, это, то есть для маленьких детей и пожилых это вообще. Да, это не тяжело. У нас ребенок выпустит. Но если поменьше, я думаю, это очень опасно. Сейчас я вниз покажу, как это. А внизу вот столы, столовочка. Собачки на кухне. Утром пили кофе, эти собачки просто нас не покидали. У меня даже собака голову на ногу положила, все платье замрала, стояла, отстирывала. Попрошайки. На втором этаже два холодильника, я так понимаю, это первый номер и к нашему. Вот это наш. Да, вот это крайний наш. Сушки. Сушилочку нам дали. Вот. Какие-то тумбочки. И вот студия. Мы тут разложились, пока мы одни. Вот. Есть относ, москитка, что классно, чтобы залетать. Обувь мы снимаем. Да, обувь мы снимаем. Вот наш номер. Заходишь, тут есть жалюзи. Что, когда солнце ярко, да, действительно, они помогают. Так, а там навес, солнце не попадает? Нет, вот там вот, нет, попадает. Зеркало при входе. Зеркало при входе. Ну, номер, конечно, небольшой. И самое, что нету шкафа. Вот мы вот тут поставили чемодан, и уже пол номера завалили. И вот две двухспальные кровати. Одна спальня. Две односпальные и одна двухспальная. Да, но они как это, да, соединены как двухспальные. И вот для детей. Изначально, я говорила, нам дали номер, там было... Там вообще просто это двухспальные кровати две стояли, так вот по бокам, и пахло, что они там комаров травили или каких-то мух. Кондиционер есть, телевизор, какой-то там приставка. Мы один раз включали какой-то один канал, но мы не пользуемся, как бы нам неинтересно, выключили. Тут есть розетки, три розеточки, у окна есть еще розетка. Ну, их достаточно. Тумбочки, да, тумбочки прикроватные, тоже удобно, лежишь, так что-нибудь поставил. Ну, мы, как обычно, все завалили. Кто ну, тоже, ладно, покажу. Да, кто тоже заваливает номер, как мы, ставьте лайки, потому что у нас привычка все его завалить. Это, если честно, мы еще прибрались, потому что номер был полностью завален. Начинаешь идти гулять на пляж, и все, начинаешь вытаскивать, это все лежит, как бы не очень аккуратно. И вот вход в ванну. Да, это душ. Вот такой вот коврик лежит. Вот. Это душевая как бы кабинка сделана. Вот она. Ведро мусорное. Умывальник. Туалет. И вот этот... Получается, свет, он как и с вытяжкой идет. Тоже очень удобно, чтобы вода не застаялась. Потому что, когда принимаешь душ, потом тут всемирный потоп. Я, конечно, вытираю, но вот чтобы сырости не было, вот эту вытяжку мы вообще не выключаем.
Да, но а в тех номерах форточка. Вот тут мне вот это тоже не нравится, что как бы как такого свежего воздуха нету. Только вот эта вытяжка и вот окно, которое на кухню. Люди начинают кушать, готовить, это все тянет к нам в номер. Тоже не очень удобно. Я люблю свежий воздух. Вот, ну, немножко вот я говорю, нюанс, что с номером нам вообще не повезло. Ну, 50 на 50, то есть как не повезло. Нам обещали другой номер, мне скидывали в Вайбере, а дали вот этот. Ну, я считаю, так не делается. То есть договорились же на одно, а начнешь ругаться, выселят. Пришлось терпеть, ладно уж, как есть. В принципе, мне кажется, не, неплохой номер. Как вы считаете? Да, как вы считаете, за такую цену хороший номер или нет? Вот сразу, в принципе, напротив кровати. Так, ванна. Красивая дверь такая. Ну вот я говорю, вот, ну нет свежего воздуха. Вот сейчас даже у нас окошко открыто, все духан, вот весь номер. Я говорю, а у них еще такая, если они вечерами сидят, постоянно пьют, курят, и это все идет в номер. Вот это вот вообще. Сейчас надо, кстати, включить кондиционер. Вот мы только им и спасаемся. Включаешь кондиционер, хоть как-то охлаждается. Если бы не кондиционер, то, наверное, вообще бы можно было повешаться. Ну, как-то же жили когда-то. Жили, мы не привыкли так жить. Мы привыкли к хорошим номерам. Но, вот насколько я узнавала, 10 тысяч, от 10 тысяч стоят у них гостиницы. Ну, для нас пока дороговато, да. Это просто проживание без питания. Мы заплатили вам 2500 за сутки. Кому интересно, пусть глянут наше видео. Там, где мы жили, в Анапе. Угу. В Анапе, там, в Турции, да. А еще знаете, что вам показать? Ходили, гуляли и купили ребенку вот такое вот полотенчико. Вообще больше похоже на плед, а не на полотенце. Но оно такое мягенькое, как будто, я не знаю, что там. Вообще из чего полотенце. У них текстиль такой, классный, да, очень здесь. И вот такой прикольный рисунок. Сколько мы отдали? Цену 500. Скажи. 500. Да, 500. Тут цена вообще классная. Да. Низкая. Знаете, нет. Это у нас в поселке цены дешевые. Вот это 500. Потом мы купили две футболки. 300-350. Кстати, я могу сейчас показать. Это купили мы на подарок моему папе и брату. Вот. А когда мы уже выезжали в центр поселка, там цены были намного дороже. Я думаю, в кадрах они тоже будут. Ну, мы еще не были там. Да, мы не были там. Хотя, может, в кадрах и подешевле. Вот такая вот футболочка. Это я своему папе купила. Попытаться. Как вам футболки? Лайки ставьте. Да. Классный текстиль. Да, такая. Качество очень отлично. За такую цену. Да, 300 рублей. Вот даже в Анапе такую не купишь. Да. Вот написано Абхазия. И вот такая вот, она вообще тоненькая, такая мягенькая. Она стоит 350 рублей, тоже Абхазия. Подними ее так, чтобы это видно. Да. Тоже красивая. Угу, вот флаг. Ну, мы еще мечтаем все-таки до Гагров доехать, еще что-нибудь купить. И вам обязательно покажем все наши покупки. Кому понравился обзор номера, пишите. Ставьте лайки, пишите, стоит этот номер 2500, не стоит. Как вы вообще снимаете, какие номера? Были ли вы когда-нибудь в Абхазии? Может, есть еще дешевле, да, номера? Ну, да. Близко к морю и подешевле. Может, мы бы тоже туда съездили в следующий раз. В общем, оставайтесь с нами, ждите других видео. И может, еще есть пожелание, куда бы... Да, куда можно съездить. Куда можно съездить, мы съездим для вас. Да. И снимем обзор. Ты куда хочешь сейчас съездить? Ну, а так бы поехала. Ну, я в Гагры. Нет, вообще, это следующий отпуск, скажем. А, следующий. Ну, там на Мальдивы, Бали или куда? Бали. Не, ну так. Я не люблю летать. Я не могу побороть этот страх. Для меня лететь это вообще смерти подобно. Ну, мы бы сюда на месяц еще съездили. Да, вот в Абхазии мне, в принципе, понравилось. Вот я говорю, вот этот поселок, он тихий, то есть народу тут немного. Наверное, в самих Гаграх полно народу, потому что когда мы гуляли до горы, и вот уходила дорога вот именно в сами Гагры,
Там машины просто шли и шли. И когда гуляем вдоль моря, там кипит жизнь. Тут особо-то народу нет. Там ходят какие-то единичные люди. И пляжи пустые. Вот мне вот это нравится. Вот. Ну, куда в следующий раз бы я съездила? Даже не знаю. Ну, в Турцию. Я хочу еще в Турцию. Но в Турции-то только были в Ларии и в Белеке. А еще можно было много куда съездить. Вот. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии. Пока-пока!